Футбольного матча с московским «Торпедо» не будет, это уже точно. Домашняя игра «Енисея», которую, конечно, очень ждали болельщики, должна была состояться 19 сентября, но из-за коронавируса у нескольких игроков красноярской команды встречу пришлось перенести. Напомню, вирус у нескольких спортсменов обнаружили еще в Ярославле. Там красно-синие должны были сыграть с местным «Шинником». Матч, естественно, отменили. На днях команда вернулась в Красноярск, сейчас спортсмены на изоляции.